Здравствуйте, ребятушки и девчатушки. Я рад вас приветствовать на своем канале Жук-Муравейники. С вами дядя Саша, великий и ужасный. Сегодня мы продолжим наблюдать в моем исполнении, прохождении, участвовании, мыканье горя, искание приключений на свою выживальческую задницу в игре The Infected. Я так понял, что многим из вас она понравилась. Да чего там говорить, понравилась она и мне. Оттого-то и получаются у меня такие длинные трехчасовые почти видео. Но сегодня постараюсь сделать немножечко покороче, покомпактнее. Так, ну чё, да поехали. Так, окропим снежок. Частоту нападений можешь снизить, а? Давай временно снизим частоту нападений. А то мне там надо дом отстроить. Вы говорите, скоро зима наступит. А то мне может писец наступить вместе с зимой. Я вам верю, что наступит зима, поэтому дом я очень хочу себе построить. Ладно, поехали. Пусть пока будут каждые 5 дней нападать на меня. Мерза. Из вас мне, блин, не помню, как ник этого человека. Он мне много сообщений полезных написал. Извини, я забыл, как твой ник. В общем, ты понял, это ты мне даже скрин присылал. Хоть сейчас вот иди смотри. Сейчас пойду посмотрю. Итак, посмотрел. Этого человека зовут в ютубе Кандис Садаускас. Не только, конечно, он мне дает подсказки по этой игре, но он достаточно много мне всего написал. Так что, Кандис, спасибо тебе большое. Так, значит, собрать урожай. Так, собрать урожай. И посадить урожай, да? Ну что, дядя Саша, нам нужно с тобой переходить в новую локацию. Я так подозреваю. Нечего нам тут с тобой сидеть. Так, а здоровья у меня мало, да? Тогда давай подрыхнем. А что у нас там по времени? Ой, здесь ты не подрыхнешь. Так, у меня тут недостроенный. Это что тут у нас? Ладно, сейчас мы разберемся. Так, давай поспим. Главное там, чтобы у нас ночь совсем не наступила. Не, у нас пока еще день. Так. Ой, все, проснулся. Вы мне там еще говорили, что здоровье можно пополнять, поедая какую-то годную еду, которую я, возможно, в будущем научусь готовить. Так, лук. А сколько у меня к луку? А к луку у меня ни хрена нету. Копье у меня. Ладно. Так. Короче. Что тут в этом, в кузнечном горне? Железный фрагмент, железный слиток. Слиток с собой, фрагмент сюдой. Так. Теперича. Тут у нас что? Медный фрагмент. А тут у нас что? Вообще ничего. Я вас понял. Значит, фрагменты оставляем здесь. Так. Слитки себе все забираем. Книжку мне. Забер книжку мне. Так. Значит, слиточки. Сейчас попробую посетить деревеньку. Слиточки унесем в свою основную базу. Может, они мне там пригодятся. Может, нет. Я не знаю. Так, слиточки. Ну-ка, складывайтесь, пожалуйста. А что ты сюда не хочешь класса? Так, ну, шкурки, разумеется, пусть тут остаются. Нечего их с собой беречь. Волокно. Ну, волокно, в принципе, можно забрать. Оно там для веревок мне пригодится. Так, фрагмент алюминиевой руды. Да пусть тут валяется. Я, может, там по пути себе еще соберу. Так, и можно перед уходом. Так, веревка. 24 штуки. Да ладно, пусть остается. Так. И можно еще ко мне пару закинуть. Это что такое? Камень. Ну, чтобы плавились. А я тем временем побегу. Так, палка не нужна мне. Так. Побегу я. Пусть тут фрагменты. Гореть ей долго, гореть ей мало, кстати. Поэтому палку надо было сюда, дядя Саша, положить. А то ничего у тебя не наплавится. Так, палочка одна, а еще имеется, и еще имеется. Очень хорошо. И перед возвращением, так сказать, в родную гавань. В родную гавань. Сейчас я возвернусь. Давай посмотрим, что у нас. Топор почти новый, кирка почти новая. Лук хреновый, но стрел-то вообще нету. Стрел нема. Я тебя понял. Есть только копье. Так, что тут на костре из желтых листьев платится простом? Что тут насчет воды? Вода есть, а у меня во фляжке воды нету. Так, воды возьмем себе. Эх, надо было сначала сюда налить воды. Ну ладно. Гоу, гоу. Ну все, эту хату я пока бросаю. Оставляю. А это что такое у меня? Это у меня тут копье стоит вертикально. Хо-хо-хо, неплохо. Так, карта. Где-то вот тут есть деревня. Во, вот это вроде деревня. Вот это вроде деревня. Значит, мне туда идти. Ну что ж, пошли туда.
Пошли попробуем посетить деревеньку. О, птица, 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 говорун отличается умом и собра... Ага, сообразительность, она, конечно, отличается. И умом тоже. И сообразительностью отличается умом и сообразить... Так, вот туда и получается, да? Прям получается, да. Так, ну, как раз вот здесь мы сейчас... Это я по дну, что ли, иду, я не пойму. Так, а чё это он показывает, что у меня какое-то головокружение началось? А чё это у меня не хватает в организме? О, птица под водой летела, нифига себе. Ну, баги, никто же не отменял для Саши игровые. Ну да, птица, или это она отражалась, так я, короче, не знаю. Ну, тут вроде, видишь, дыхание не задерживается. То есть ему пофигу, что он под водой находится. Тут живность пока под водой не страдает. Может, в будущем пофиксит, но на данный момент... Эу, чё, я здесь вылезти не могу? А вот это не очень хорошо. Вот это не очень хорошо, что я здесь вылезти не могу. Еще ж, где же мне бережок-то по логи найти? О, дядя Саша, это может затянуться. А чё, чем мы страдаем? Нет, мы страдаем уходом под воду. Блин, не, пошли в обратную сторону. Нужен пологий, более-менее пологий берег. Да, по таким скалам оно выходить не может. Может, тут какие-то мосты есть? Сомневаюсь. Это как все, я еще первый раз переправился удачно-то, да? Угу. Так, ты давай учитывай, если же вчера. Вот, видишь, нужен берег вот такой, как там. Вот тут, наверное, могу выйти. Сейчас вот тут какой-то есть. Какой-то есть тут. Какой-то тут. Ага, все, вышел. Так, чем я страдаю? Белков маловато, да? Хм, белков. То есть мясо надо. Мясо нам подавай. Подавай ему, мерзавцу, мясо. Не, ну мясо, это, конечно, хорошо. Это, конечно, хорошо. Вот там где-то деревня. Мясо, это, конечно, ты хорошо придумал. Слушай, а если жрать это... Вот это оно белки не добавляет? Практически не добавило. Да просто я от этого же здоровье буду терять, да? Не, пока не теряется. Октябрь, осень. Кстати, да, я вообще не обращал внимания, что тут время-то... Я вообще на него не глядел, что осень там какая-то. А это уже октябрь, осень, да, дядя Саш? Зима не за горами. Вот ты не обращал, и очень плохо, что ты не обращал внимания на октябрь, осень. Так, интересно, а вот деревня, если я ее найду, или что это такое будет? Как оно вообще выглядит? И как там вообще можно жить? И мне где-то надо найти белков. Ага, вон белки блеют. Бле, мы твои белки. Съешь наш, мы твои белки. Так, получается, где-то здесь. Я не знаю, эти белые точки, эти здания означают, что это какие-то постройки? Или это просто так? Нет, скорее всего, это да, постройки. Скорее всего, так, где-то прямо... А, вот они, я их вижу. Я их вижу, вот они. Так, ну не факт, что я прям тут сразу какие-то технологии найду. Что они прям тут меня будут ждать с распростертыми объятиями. Интересно, а в них дрыхнуть можно там ночь провести? Хм, интересно. Не видал я такого. Такого мы все не видали. Очень интересно, очень интересно. Что здесь будет меня ждать? Лестница. По ней можно залезть? А на Е если? Нет, по лестнице оно почему-то не лезет. Ладно. Мне нужно срочно немного белков, дядь Саша. А, где кто? А, где кто? Да где кто-то, ёперный театр? Ну, ва, ну дальше-то. Да что? Да... А, ты ползаешь? Хрена себе. Хрена себе. Аж обосерился. Ну, подползай еще раз. И как же тебя кинуть-то его? А! Вообще мимо кинул. О, нормально. Нормально. Вот это ни хрена себе. Пришел в деревню. Так, пришел в деревеньку, да? Пришел в деревеньку. Молодец. И сдох. И сдох в этой... Слушай, да что-то я не жал, то, что тут какая-то говнотварь будет ползающая. Блин, что ты перед уходом не сохранился? Вот дебилоид, надо же было перед уходом сохраниться. Вот теперь все заново. Это драгоценное время свое тратишь, а? Ну ты че такой лошара? Ну дядя Саша, ну так же не можно. Ну кто же так у деревни уходит, а? Ай, надо было сохранить. Да чё-то я... Мне наверняка там люди сидели и кричали в телевизор. Дядя Саша, сохранись. А дядя Саша...
А, он еще не готов? А почему? Ну ладно. Наверняка они мне кричали в телевизор: «Дядя Саша, сохранись!» А дядя Саша... Ладно, спать, значит, не будем. Ну, спать не будем, ты учти, ты тогда себе здоровье восстанавливать не будешь. Тай пофиг, тай пофиг. Так. Ага, как это я сюда хотел налить воды, если у меня одна фляжка? Если у меня одна фляжка, как это я сюда воды хотел налить? В ней либо вода такая, либо такая. Ты можешь попить. Вот. И теперь налить. И на этом все. Только вот так, если. Если только вот так. По-другому ты хрен сделаешь. Да, кстати, что это были за наивные... О, так, кабан. Мне нужен этот. Мне нужен мясо с собою. Где кабан? Где кабан? Где кабан? Я слышал хрюку. Я хрюку слышал. Где хрюка? Хрюка, ты где? Чайка на той стороне ходит. Даже две чайки. Может, удастся хоть одну завалить? Может быть, удастся хоть одну завалить и хоть одну стрелу сделать? Да о чем мне от этой одной стрелы? Толк-то никакого. Где хрюка-то, я не пойму. О, тут еще и медведь приперся. А медведь мной и заинтересовался, между прочим. Вот и может, и прочим, что теперь делать? А копье-то у меня только одно. Так. Мне надо другое копье себе взять. У меня тут еще копье было. Я взял копье? Не взял. А, застрял. Так, понимаю. Все ясно, ты застрял, да? Не понял. Че, не долетает до тебя? Вот отдохни тут. Отдохни тут. А мы пока урожай с тебя соберем. А ты, значит, изверх такой. Каменное копье я поднять не могу. А ты, значит, изверх такой мне решил это. Дом поломать, да? Вот изверг, а. Вот изверг. Так, у меня какое копье в инвентаре? Нормально. Так. Давай мы его сейчас выбросим, пока временно. Слушай, а давай, наверное, лук выброшу и возьму себе два копья для этих вампиров от Адракулов. Потому что лук, если я так уж и быть, потом новый сделаю. Я не помню, с чего он делается, но я думаю, там ничего сложного, да? А вот копье... Копье. Копье. О, это вообще новое, отлично. Так, а вот тут у меня копье тоже валяется. Но оно какой-то невидимый, да? А, вон наконечник. Ой, ну хрен с ним, пусть лежит. Давай я еще вот это возьму. Так, давай, я лук оставлю, а копья два с собой возьму. Мясо мы мгновенно приготовилось. Что, разумеется, не есть. Не есть плохо. Так, шкуру сюда. Слитки мне сюда. Угу. Только сохраниться не забудь, дядя Саша. Сохраниться не забудь. Не забудь, пожалуйста, сохраниться. Сохрани мне, сохрани. Сохрани мне, ты здоровье. Железный. Ага, фрагмент решил. А, так он, наверное, и не был. Он, наверное... А, ну да, он и был фрагмент, все правильно. Ты ж там камни плавил. А из камней получается что? Правильно, фрагменты. Ешьте, дети, молоко, будьте здоровы. Так, теперь ешьте, пейте, ешьте. У нас ешьте, у нас ешьте. У нас так. У нас так, мы едим. Так. Кости не нужны? Нет. Кости от медведика сюдой. Заберем себе вот ента. Так, значится... Значится, что там по здоровью? Медведь меня покоцал. 69 мое здоровье. Время у нас какое там дня? 2:54. Ну пошли, поспим буквально один часик. Вот. Что там время дня? 3 часа. Ну, хватит пока. Здоровья, конечно, маловато. Меня опять могут убить эти... А, она еще не готова. Меня опять могут убить эти гады. Семян тут нету. Вот, ну ладно. Сохраняемся, чешем.
Сохранить. Вот в прошлый раз надо было так же сделать. А ты чё? А ты не сделал. И вот поэтому тебе минус. Материалов нету. Так, сильно моя это пострадала? Тут сейчас медведь бегал и что-то стучал. Да вроде не пострадал, вроде все целое. А, он может вот в это ударился. Да, это пострадал. Ладно. Пускай оно тут стоит, я не знаю, разрушится оно или нет. Так, все. Мне, короче, опять тудой. Ну, это примерно вот так. Побежали. Побежали. Надеюсь, сейчас меня там эти... А сколько у меня вообще при себе бинтов? Ух ты, ни хрена себе! Побежали! Слушай, ну что такое? Как так побежали-то, а? Медведь, как так побежали-то? Откуда вас столько берется? Я не понимаю. Капец вообще. Вот это я побежал. Вот это я побежал. Да, взял какой-то конь педальный, прибежал ко мне. И давай меня нахрен грызть тут, а? Вообще капец, медведь, ну что творится? Медведь, что творится-то? Я только в поход собрался идти. На те. Слушай, а когда я мясо жру, у меня прибавляется хп? Немножко, да. Угу. Слушай, ну мне ждать больше времени нету. Я могу только сейчас опять сохраниться и пойти. Мне это все надоело, все эти медведи. Нападающие на меня копьи. Копьи. Вот это поновее, вот это постарее. Главное такой, вот он бежит. Бежит, понимаешь ли, красавец. Это городок-то и не изучу. Так, мне реку пересесть. Пересесть, да. Ну, вроде вот на той стороне я вылезу нормально, да? Ну, да. Вообще однозначно нормально вылезу. Подводная ходьба. Не, такое ощущение, что по поверхности он все-таки быстрее идет. Ну, слушай, ну, не добавили пока. Тут птицы летают. Не добавили пока функции плавать. Вода вообще никак не работает, как мир какой-то новый. Она просто как что-то замедляющее движение. Но в ней все звери бегают, зомбаки бегают, медведи бегают. Им вроде всем пофигу на то, что есть вода. Ее как бы для них не существует. Ну, в принципе, пока правильный дом. Тут даже, по-моему, какая-то едва заметная дорога, да? Вот это, по-моему, дорога. Да, это определенно дорога. Это определенно дорога. А куда она ведет? Определенно в деревню должна вести. Ну да. А ее даже, по-моему, на карте видно. Вот это что-то такое или нет? Не знаю, короче. Короче, не знаю, но это точно дорога. Ну а мы люди цивилизованные. Пойдем по дороге. Вот она. Заросшая, заброшенная. Но все-таки есть какой-то плешь. Так, давай. Вот так вот, чтобы заново в деревню не идти, да? Ну да. Нам же заново в деревню идти не надо. Не, нам заново... Устал. Заново в деревню нам вообще не надо идти. Я тогда уже один раз приходил... В смысле... Да, я туда уже один раз приходил. И как-то все не очень сложилось. Так, что-то я не туда иду, хотя и по дороге. Не, ну дорога же может кругами идти. А зачем обязательно по дороге? Ну, не знаю, вдруг что-нибудь на дороге будет интересное. Ага, зомбак какой-нибудь интересный будет на дороге. Так. Вот туда получается идти. Ну, дорога почти туда и идет. Она тут, наверное, немного петлять будет. Ну да, вот она к деревне, я так понял, и вышла. Ага. Вот она вышла к крайнему домику. А где же меня тут загрызли? Так. Вот ты, дядь Саш-то, лабух-то с первого раза не сохранился. Не, ну зато у меня теперь есть два медведя. Да, у меня теперь есть два медведя. Так, что тут у нас? Как я этого зомбаря-то ползающего-то с первого раза не заметил-то, а? Мерзкого ползающего зомбаря. Какой дом интересный, да? Какой деревенский домик. Ну-ка, заскринить его. Сейчас зомбарь сзади подойдет, заскринит тебе его. А у меня вот такого нет. Слушай, а можно в деревне жить, в доме? Смотри, тут дверь есть. А зомбаки внутри живут. Блин, какая классная. Я хочу здесь жить. А на диване сидеть нельзя? Нельзя. Так, это что такое? А, это все некликабельно. Что такое ощущение, что сейчас ночь начнется, да? Так, это что такое? Стекло. Стеклышко. У них тут кровати есть, чтобы я мог поспать?
Так, это что такое? Кевлар! Кевлар! Молоко не пьется. Молоко не пьется. Так. Не пьется молоко, и лампа не горит. Так, о, банка с маслом. Банка с маслом есть. Так, короче, мне бы какой-нибудь чертежик. Пустая банка. Так, в пустую банку можно наливать воду. Сортир. Еще одна пустая банка. С сортира вода не берется. У меня там, наверное, уже инвентарь сейчас будет забитый. Стекло. Кевлар. С кевларом можно сейчас смастерить броньку. Блин, а нельзя ли тут поспать? А мне поспать, чтобы утро наступило. Это чердачок. Так, что у нас на чердачке? Электрические детали. Осколок кости. Я из него могу сделать... Спорочная еда мне не нужна. Из осколка кости я могу делать костяные стрелы. Так, нет, ты в этом доме, дядь Саш, спать не могешь. Все, дом я весь залутал. Это что там на полке, гля, появляется, когда чуть-чуть отдаляешься, вот эти книги появляются. Ага, ну прорисовка типа. Так, женщины какие-то. Так, ну на улице еще достаточно светло. О, тут есть дыня. Тут есть дыня, я ее могу поесть. Так, давай, я один дом обыскал. И вот здесь мы на этой сохранимся, да? Да. Что там по времени у нас? Так, 6 часов дня. Теперь вот в тот дом пошли. Пошли в тот дом. Опа-на! Где? Где? Не вижу никого. Не вижу никого. Где? А, вон ползет тварина. Ай, не попал. Ай! Мое копье. Куда тварина убежала? Так, можно, наверное, сразу перезагрузиться, потому что ХП мало, и тварина меня сейчас убьет. Слушай, вот они... С ними как-то не очень удобно, с ползающими. Где я тут сохранился? Ну где я сохранился? Ага, да на этом ты сохранился. Так, тварина где-то тут. Тут где-то есть тварина. Она сейчас скажет... Ну, тварина, где ты? И твой знаменитый... Это ничего не активно. Там мебель они повыкидывали, это у них мусорка. Так, а вот на заднем кирильце-то я этого дома не был, да? Тут тоже есть дверь. А, ну тут я был, да? Ну да, был. Так, тварина куда-то делась. Почему она сейчас не появляется? Странно. Ну да ладно. Так, это что там у нас такое? Какая-то бетономешалка, что ли, стоит? Что это такое? Так, а, это гриль. Гриль. Так, бинты. Ну, бинты мне пригодятся, в принципе. От тварин лечиться. Так, пошли посмотрим, что в этом доме интересного. Давай, закрывай дверь. Я не здесь тварин. Тварин в доме не бывает. Слушай, надо было мне раньше по деревням-то пойти. Железная руда. Надо было мне раньше по деревням. Туалетную бумагу нельзя взять. По деревням-то мне надо. Кость не нужна мне. Пойти, а что? Сало. Да не надо мне сало. Пластик. Ага, все. Некуда. Ну, ты можешь сюда повторно прибежать, в принципе, да? Так, это что такое? Это не берется. Так, а что же мне можно из инвентаря выкинуть? Семена выкинуть можно. Ну да, можно. Железную руду можно выкинуть. Камень вот выкини. Так, камень выкинуть. Так. Волокна можно выкинуть. А это оставить. Сюда положить кость. Это что такое? Банка с маслом. С помощью экстрактора масла что-то там можно изготовить. Так, руда. Чего, нельзя тебя сюда положить, да? А вот так, если... Угу, понятно. А банку сюда можно? Можно. А эту так повернуть можно? Можно. Так, там что, дождь начался? Так, начался дождь. Что я хотел взять? Так, мне отсюда надо уходить. Пластик. Я где-то видел пластик. Вот он, пластик. Валить надо отсюда, дядь Саш. И вернемся мы с тобой потом сюда. Так, давай походим. Веревка не нужна. Может, я тут какие-нибудь все-таки чертежи найду. Надо валить нам свой дом.
Чертежи, чертежи. Семена кукурузы. Кукурузу. Ну давай посадим кукурузу. Это не чертежи ткацкие. Нет, ни хрена это не ткацкие чертежи. Мне чертежи нужны, чтобы я мог себе технологии свои продвинуть. Но пока я ни хрена не нашел. Ну, хотя бы ткани чуть-чуть приобрел у кевларчика. Так, а второй этаж у нас тут есть? Есть. Переться надо, Дясяш, нам с тобой к себе домой. И там отдыхать. Так, это что такое? Бинт. Ну, бинт пусть будет. А вот чертежи где же мне найти? Где же мне найти чертежи? О, кровать. Я могу на ней спать? Не могу. Ну почему? Ну это же кровать. Ну это же кроваточка. Механические детали. Не могу я взять ваши механические детали. Это глина, что ли? Кто-то глину приволок в дом. Почему я не могу на этой кровати спать? И занавески рвать я не могу. Какой туман. Так, это семена дыни. Это у меня есть семена дыни. Так, тут я глядел. Вот тут я еще не глядел. Опять сало. Опять кровать, на которой не уснешь. Жаль, конечно, что в этих домах дрыхнуть нельзя. Ну что, дядя Саш, сохраняемся. Побежали в свое... Побежали. Коль не шутишь. Где тут у них дверь? И на диване не посидишь. Дверь вот она. Сохраняйся перед дверью. Так, теперь давай поймем, куда нам с тобой бежать. Нам с тобой бежать в обратную сторону. Закрой дверь, а то еще какие-нибудь зомбаки забегут, пока тебя не будет. Так, ну в принципе, можно вон туда покорвануть, подальше от деревни. Чтобы зомбаки меня не увидели. Так, а что там у нас? Коза какая-то. Так, надо сюда пойти с полностью пустым инвентарем. Просто я не хочу тут на ночь остаться, а то я боюсь подстрять. Я боюсь подвстрядить. Счастье мне что-то такое не очень требуется, на ночь тут остаться. Так, моя... Вот это вроде, да? Насколько я понимаю. Насколько я понимаю, это моя точка жития основная. Мне туда и надо прибежать. Так, ну у меня есть чуть-чуть кеврала, чуть-чуть кевлара, чуть-чуть ткани. Не знаю, из них там что-нибудь на верстаке можно сочинить или нет. Ага, устал. Можно там на них что-нибудь из верстаки сочинить или нет? Только вода. Только вода. Зато выносливость... А, ну она выносливость прибавляется от того, что я стою. Так, получается, вон туда мне бежать. Надо еще карту будет изучить, поглядеть, если на ней еще какие-то места, похожие на деревни. Так. Места похожие. Вот что это такое, вот что... Или это пруды так обозначены? Это, наверное... А, это вода так обозначена. А где же еще деревня? Вот она деревня. Вот она деревня. Ага. Понял, и вот она. Что, только три места, что ли, да? Вроде белых больше таких строений нигде не вижу. Да вроде нигде не вижу. Так, ладно. Домой пока надо вернуться. Поглядеть, не поломали ли мне там зомбари и все. Вдоль и поперек. Так, волк. Волк не нужен. Скрипач не нужен. Дядя Вова. Главное, в какие-нибудь непроходимые скалы не упереться. Ай, лиса, ну нафиг. От лисы надо уходить. Лиса противная животина. Блин. Что такое, что за головокружение началось? Опять белки в организме кончились. Блин, где-то лиса рядом. Так, а у меня там дома есть что пожрать? Белков. Вот сейчас у тебя лиса будет. Что пожрать? А что у меня не хватает? Витамины кончаются. Кому витаминчики? Кому апельсинчики? Ах, вот что! Но витаминчиков мы сейчас себе сделаем. У нас же там огород есть. Так, и где я нахожусь в конечном итоге? Ну, дом мой где-то вот там, за горой. Так, а как же мне туда попасть? По горам-то я особо лазить не умею. Не обладаю таким навыком. Вот здесь я смогу подняться или не смогу? Это мы сейчас скоро с тобой узнаем.
Не можешь ты здесь. А, можешь. Можешь подняться. Так, ну сейчас получается, где-то я скоро встречу свой домик. И пополню свой организм витаминами. Так, бычара какая-то. Так, дайте-ка я на всякий случай сохраню. Вдруг меня сейчас какая-нибудь лиса загрызет. Будет очень обидно, если меня какая-нибудь лиса загрызет. Так, куда это ты, дядя Саша, выходишь? Ты можешь мне сказать? Могу. Предположительно, к своему домику, если я ничего не путаю. Но если я не у этого живу, значит, я у следующего живу. Ух ты, блин, какие скалы. Как тут насчет скалолазания у нас? Ух ты, не разбиться бы нахрен. Так, 13 градусов. Ну и что тут я вижу, куда я иду? Слушай, да дом тут уже мой должен быть. Или он не здесь? Или у того, у другого? У другой инкерки находится. Хрен его знает. Сейчас увидим. Сейчас увидим на это пространство. И поймем, что да, мы пришли к своему дому. Это он. Ура. Тут даже забор есть. Тут даже есть заборщик. Так, ну что там, наши витаминчики готовы? Так. Ящики. У меня тут только два всего, да? Они полностью забиты. Да нет, не забиты они особо. Нечем их тут забивать. Перо только одно тут лежит, да? Мне перья нужны. Надо решить вопрос с перьями, чтобы я себе мог наделать стрел. Так. Так, пришел домой. Сохранись. Да. Так, здесь у меня что? А вот тут уже под более забито все. Так, стекло могу сюда поместить? Можешь. Так, ну нужно еще один ящик, короче, построить. Каменное копье тут валяется. Копья я тут понакидал. Да, мастер. А что не кладется бревно сюда? Так, доски. Ящик давай еще не поставим. Хранилище. Странно, что у меня так мало хранилищ здесь. Мог бы и побольше сделать. На самом-то деле, да? Угу. Объекты, хранилище. Ящик деревянный. Так, деревянный ящик. Слушай, а если его высоту менять? Он больше, получаться, будет по вместимости? А, у него не меняется высота. В данном случае высота не меняется. Так, что там нужно? Доски нужны, да? Так, в ящик нужны доски. А я почему доски не могу брать? А, потому что у меня слоты. Слоты какие-то не такие, их надо передвинуть. Давай. Так, семена. Слушай, ой, мне же там витаминов надо было принять. Мне же надо было принять витаминчиков. Пошли витаминчиков в срочном порядке примем. А то вон башка откружится. Так, кому апельсины, кому витамины... Так, и что мы там витаминами пополняемся? Витамины. Да, потихонечку пополняется. Так, у меня же семена кукурузы есть. Не то. Погоди. Вот сюда. Давай семена кукурузы сюда посадим. Так, вот еще витамины есть. Так. Сюда давай посадим. Че? Давай вот это посадим. Так. Теперь я буду есть это и это. Так. Значит, можно будет построить еще один огород. Потому что у меня появились новые семена. Я теперь могу сажать кукурузку. Правильно? Правильно. Кукурузка. Из кукурузки, я не знаю, может какой-нибудь хлеб можно печь. Но так теоретически-то из нее можно делать муку и печь хлеб. А уж что там по факту будет? ХЗ. Так, есть ящик. Кладем туда пока все это лабудень. Так, банка, наверное, мне надо для воды будет. И надо поразбираться, что там насчет пластика. А вот с этого можно изготовить с помощью... А что с ней делать, мама банка? Нет, пить ее нельзя. Да она и не в еде находится. Что с ней делать-то с этой банкой? А хрен узнает, что с ней делать. Кость. Кость пусть тоже пока тут лежит. Семена пусть у меня. Так, ну что? Сохраниться и поспать, да?
Так, или сначала... Нет, сначала сохраниться, потом поспать, а потом поспать и еще раз сохраниться. Можно вот так вот. Чик. Так, ну надо спать до утра. Опять белки из организма нахрен уходят стремительно. Нужно какую-то животину замочить. Так, проснуться утром. Еще темновато. Вон там уже, смотри, башка начала кружиться, потому что... Ну, потому что нужно мясо. А есть тут мясо? Тут есть запеченный картофель. Мяса нету. Мяса у тебя нету. Ну, ешь. Там у него белков, правда, нету. Вода есть, что попить? Нету. Так, хорошо. Тогда давай зажигать наши костры. Погоди, а что? Банкой можно воду набрать? Нет? Нельзя воду набрать банкой. Хм, интересно. А для чего же она тогда? Почему я воду не могу набрать? Очень непонятно. Ну ладно, будем сейчас разбираться. Будем сейчас разбираться. Так, костер надо зажечь. Давай мы с тобой что-нибудь тебе сейчас организуем. Там вон птица побежала. Мне птица нужна. Мне вообще мясо надо. Мне вообще надо мясо. Есть необходимость в мясе. Бревна на распиловку сразу. Кладем, пусть распилуются. Так, дом надо начинать, дядь Саша, строить. Октябрь на дворе. Слушай, станок тогда надо еще один поставить. Че у тебя здесь станок только один? Ставь еще один. Не туда. Ставь еще один станочек. Так, мяско надо добыть. Белка не хватает. Давай сюда все положим. Ну и можно горн тоже зажечь и в нем плавить этим. Там вообще, кстати, в нем что-нибудь есть? Горн, что в тебе? Железный фрагмент. Железный фрагмент. Так, а с этой стороны что? С этой стороны что? Железный фрагмент. Железный фрагмент. Так, я тебя понял. 5 железных фрагментов. Это у нас получается 1 железный слиток. Так, тебе мясо нужно, дядь Саш, ты это понимаешь? Иначе ты лаз склеишь. У тебя здоровье, смотри. Уходит. Потому что у тебя есть проблемка. Когда есть в организме проблемки, здоровье тает. Да? Да. Так, так есть. Тает. Ладно, сейчас погоди. Сейчас погоди, дай. Дай разберемся с этой хренью. Че это дровина мимо? Мимо легла дровина. Так, я в этот наложил, а в этот не наложил, да? Так, ладно, все, пошли мясо добывать. Где-то нужно добыть мясо, срочно причем, а то... 7-6, оно, смотри, он тает. Белков вообще в организме нет. Так, мясо. Либо медведь. Блин, и птицу бы надо одну долбануть. И птицу бы надо одну долбануть. Это что там? Гарбуз поспел. Да, это гарбуз поспел. Это он, гарбузом. Давай хотя бы горбуз пожрем. Он, брат, здоровья ни хрена не прибавит. А, он на одну прибавил. Посмотри, зверей нету, когда они так нужны, да? Так, птица, 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 птица. Говорун отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Так, долетит ли на нее копье? Вообще, вроде как... Долетело. Тут вроде физики нету. Настильности траектории особой нету. Поэтому... Поэтому... Так, перья. Очень хорошо. Очень хорошо. Есть перья. Так, где они изначально лежат? Они изначально лежат здесь. Так, кладем и обязательно сохранить. Потому что я добыл перья. Это очень важно. Так, ну теперь еще надо добыть мясо. Это тоже очень важно. Так, камни кладем переплавляться. Так, камни кладем переплавляться. Зажигалочка. Все. Так, ну и чё? Ну где там звери, кабаны? Ну хотя бы лисы, я не знаю, на крайний случай. Медведи, хрен с ним, я даже согласен на медведи. А вот нет никого, да? Не хрюкат никто. Рыбу как ловить пока не понял. Мне все говорят копьем, копьем, а я не понимаю, как ее копьем. Как ее копьем, если я ее не вижу? Куда мне это копье тыкать-то? Дыни тут наросли дикорастущие.
Ну, дыни будем жрать, но, блин, здоровье тает стремительно. Мне срочно нужно мясо. Мясо, приди ко мне. Мясо, приди ко мне. О, волк. Где? Где волк? Где волк? Волк, иди сюда. Где ты есть? Где он был? Волк-то где? Слушай, не хрюкает никто, не мычит. Ага, тихо-тихо, где это? Где эта хрень? Заблеяла. Так они же еще иногда в эту... В пруд улезают. Так. Ну, короче, с живностью засада. С живностью засада. А вы говорите, дом строй. Тут жрать нечего. Блин. Ну что такое? Где моя живность-то есть вся? Вас же было так много. Куда вы все делись? Давай станок рядом еще один поставим. Так. Где оно? О, кто-то захрюкал вроде. Где-то вот тут кто-то захрюкал. О, опять арбуз вырос. А, во. Так, погоди, это птица. Это птица. Угу. Есть птица. Еще одна. Очень хорошо. Так, после птицы сохраняемся. Где баран? Вон баран стоит, да? Я сейчас в него кину, а он не сдохнет с первого раза. Убежит с моим копьем, гад такой. Это точно тебе говорю, убежит. Угу. Вот, и что мне теперь делать? Догоняй его. Говорят, живность после ранения копьем дохнет от кровотечения. Ну ты чё, баран? Капец, тут и кабан еще в воде где-то лазит. Вы чё, все в воду ушли? Вы надо мной издеваетесь, да? Понятно. Где баран-то есть с моим копьем? А кабан где есть с моим копьем? Кабана не вижу. Кабан, ты где хрюкаешь? Кабан, ты где хрюкаешь? А, привет. Привет, кабан. Тебя заклинило. Это очень хорошо, что тебя заклинило. Ой, кость упала. Косточка не лезет. А почему она теперь лезет? А перед этим не лезла? Что случилось? Ладно, как эти раз... О, зашибись, а я тут как раз в воде. А я тут как раз в воде нахожусь. Там он где-то злыдень причапал. Да где ты есть, злыдень? Я тебя не вижу. А, вижу теперь. Ты глянь, он меня долбануть успел, а, собака. Так, он мне принес картофеля. Так, сохранить. Так, он мне принес картофеля. Молодец, что картофеля принес саженец. Но мне главное, что мне кабан принес мясо. Мне это важнее. Так, шкуры пока еще стакаются. Так, значит, фрагментов. Слушай, я хотел положить топиться сюда. Дрова у меня есть какие-нибудь? Так, камень сюда, чпоньк. Камень сюда, чпоньк. Кора есть. Чпоньк. Ну, кора это мало. Надо что-то еще добавить. Сейчас добавим. Так, мясо там, я думаю, уже готовое, да? Ну, скорее всего, да. Так, копье поднимем. Оно там какое? Это такое. А это нормально. Так, мясо еще не готово, как ни странно. А это уже готово. Верстак надо новый ставить. Давай дом строить. Давай строить дом. Так, здоровье пополняется. Единственное, что драться нам тут особо ни с кем не надо. Но мы постараемся не драться. Мы постараемся и не драться. Так, на верстак положить. Это выкинуть. Так, сюда дров и запустить горн. Пусть топится. Пусть малек топится. Так, у меня еще 7 перьев есть. Их надо убрать. Так. Так, зажигаем.
Дрова сюда. Перья в ящик. Где все перья? Так, перья в ящик. Перья в 14 штук. Ладно, хорошо. Так, что-то я сюда еще хотел сложить. Пусть пока тут эти лежат фрагменты. Семена. Волокно. Я ж пока делать ничего не собираюсь. Ну, бинтов себе можно оставить 10 штук. В принципе, пока хватит на первое время. Но главное, надо помнить, что у меня есть бинты. Ну да, это хорошо, конечно, сказать. Главное помнить. Слушай, давай разберемся, можно ли в банку набрать воды. Вот, можно ли в банку набрать воды. Все время не то хочу взять. Нет, в банку воды набрать нельзя. Может быть, посмотришь, чего можно хранить в банке? Ты мне сейчас не до этого. Я, конечно, посмотрю, что можно хранить в банке. В банке можно хранить деньги, я вам так скажу. Так, циркулярный станок. Вот я еще один его здесь ставлю, да? Ну да. Так, вот его здесь. Чик! Что там для него нужно? Да для него нужно, скорее всего, просто бревна. Да, 4 бревна нужно. Так, у меня же тут где-то телега есть. У меня же где-то есть телега. Так, тут уже все готово. Железный фрагмент готов. Можно заложить, слитки делать. Так, хорошо. 5 штук нужно, да? 3. 5. Ах ты, камни зачем сюда положил? Не знаю, что-то я тупил. Камни не надо сюда класть. Камни тудой. Так, сюдой слиток. Сюдой камень. Так, здесь у нас что? Что железный фрагмент готов? Значит, вместо него уходит камень. Достаточно быстро они между на самом деле плавятся. Есть тут фрагменты железные? Да, есть. Вот 5. Вот чик. Вот 3. Так, а в этом тоже есть вот как раз 2 железных 5 железных фрагментов. Это на... А, тут уже занято. Ладно. Телега. Так, тихо. Еще одна птичка. Птицка еще одна. Птицка сто... А чё мне опять не хватает? Чё мне опять... Витамины опять кончаются. Вот это жизнь. Вот это жизнь, а. То витамины кончаются, то белки, а. То зомбаки приходят. Так, после каждой птицки надо сохраняться. Вон еще одна птицка. Мимо. 2 раза мимо. Баллистика подвела меня, моя криворукая. Так, птицки. Ну, вон она. Ходит. Остановись. Остановись, голубь. Голубь, остановись. Остановился. Попал. В голубя. Чё, я ж собираю урожай. Так, все сохранить. Перьев надо много, мне надо луки строить себе. Так, до верстака. Ай, блин, пошли еще витаминов примем. Вы говорите, дом строить. Тут только и будешь, что витамины принимать. Какой тут нахрен дом строить? Задние витамины заколебут. Не, ну сейчас хотя бы... Ох ты, гля, огурец вырос. Огурец вырос вне грядки, да? Ага, лиса пришла. Огурец вне грядки вырос. Так. Ну, витаминов чуть-чуть получил. Саженец картофеля? А я думал, саженец кукурузы. Так, картофель печь. Тут лиса где-то под боком. А лиса это значит что? А нету тут у нас ловушек, а? Лиса это значит мясо, как минимум. Где она есть? Там он птицу вижу. Где лиса-то есть? В воде, что ли, она чалится? Хрен поймешь. Лиса, ты где? В воде? Ну и нафиг. Я вам так скажу. Бери телегу. И строй свою эту. Верстачину. Не, телегу брось. А, тут правой кнопкой брать. С телеги брать правой кнопкой. А, нету больше, да? Так, с телеги забери.
получил. Да, давай положим. Так, телегу бери, поехали. Поехали делать себе эти. Смотри, деревья, видишь, желтеют? Да, вижу, да, деревья желтеют. Это я вижу. Это я вижу. И урожай стал чаще попадаться. Так, арбуз можно сразу сожрать. Да, деревья начали желтеть. Однозначно осень. Там уже, наверное, ноябрь, да? Что там по времени у нас? Года. Да, ноябрь уже, 15 ноября. Слушай, а почему ноябрь так быстро наступает? И я понимаю, что время в игре идет быстрее, но одни почему быстрее летят? Почему только что был октябрь? О, кабан. А уже ноябрь. Как так? Как так? Ноябрь быстро так перерос в октябрь. То есть октябрь в ноябрь так быстро перерос. А, кабан, как так? Скажи, я не знаю, я подох. Я не знаю, я подох. Здоровье. Дом надо строить, говорят, я замерзну без дома. Да, не хотелось бы замерзнуть мне без дома. Надо начинать в срочном порядке строить себе дом. А то набрал всего. Вот, и сдохнешь, да, от холода. Это будет обломчик. Так, все, мясо пока есть, не отвлекайся. Давай дрова, бревна. Я думаю, бревна же нужны для хаты. Ну а что, там фундамент, стены, крыша, как-то так, печь куда поставить? Печку поставить. Как-то так надо действовать. Как-то действовать таким образом. Фундамент, крыша, все дела. И одежду какую-нибудь себе сделать, чтобы хоть меньше мерзнуть. Видишь, температура 9,8. Она постепенно понижается. Температура постепенно понижается. Угу. Все, начинаем, дядь Саш, дом строить. Сейчас. Фундамент, стены, все дела, крыша. Полноценный дом. С печурой. О, зомбарь пришел. Пришел зомбарь. Да, деревья знатно пожелтели. Зомбарь, я тут. Беги ко мне. Ткань дал. Хороший зомбарь дал мне ткань. Так, сюда мы кору отдадим. Да, давай палку отдадим. Что тут у нас? Железный слиток. Сюда тебе вот. Тут у нас еще железных фрагмент. Так, фрагменты. Еще нужно железных фрагментов. Есть фрагменты? Не хватает. Слушай, а туда же можно железную руду положить, да? В принципе. Давай положим. Железную руду. Можно туда железную руду положить? Из нее что получится? Не знаю, что из нее получится. Что надо, то и получится. Я тебе так скажу. Так, тут у нас железный слиток. Тут у нас железный фрагмент. Значит, сюда кладем камень. Туда пока не кладем ничего. Так, железный слиток. Блин, дядя Саш, уже вечер наступает. А ты смотри, как быстро время летит в этой игре. Капец, как оно летит, а. Так, ну серию нужно завершать. Все, да, все. Это камень туда положить. Все, это везем. Сейчас тут будем в центре ставить себе хату. Сруб. Сейчас начнем строить сруб. Так, у меня тут что появился? Один камушек, да? Камушек кладем вот сюда. Так, где-то вот тут в центре мы с тобой поставим себе срубецкий. Да? Да. Так, срубецкий поставим. Ну, давай себе еще положим. Нет, на правую кнопку брать. Еще одну. Так. Открываем постройки. Вот смотри, фундамент, потом мы ставим стены, потом это, потом мы делаем крышу, да, для нашего дома, да. И там живем. Ну, начнем с фундамента. Так, фундамент. Тут у нас грядка. Тут мы живем. Так, ну что, его можно пониже сделать? Да пониже можно. Вот такой пусть будет. Не хочу высокий фундамент. Хотя, погоди, давай поставим дефолтный. Там же есть... А есть какие-нибудь ступени у нас? А вот есть деревянные ступеньки. Ага. Ну это куда-то высоко. Ладно, давай ставим стандартный фундамент. Так. Так вот его поворачиваем параллельно забору, чтобы он стоял. Теперь определяемся, как близко его ставим к этому. К верстаку и грядке. Ну давай где-то вот тут его мы поставим с тобой. Так. Тут у нас от стены у нас сколько? Проход, чтобы был. Ну, не знаю, пусть вот так стоит.
Так, температура 9,7. Пусть вот так будет, да? Такой вот у нас будет дом. Хватит мне места дом такому? Ну, в принципе, не знаю. Тут, чтобы все стояло, печки, хренечки. Или еще поставить, или еще больше сделать. Или сделать вот такой вот. 4 фундамента. Смотри, ты как Робинзон Крузо. Так, что там для него нужно? Доска, бревно. Так, пока давай мы займемся этими. Сейчас хотя бы фундамент сделаем и на этом серию завершим. Сейчас мы сначала займемся с тобой. Сначала фундаменты сделаем. Так, сюда досок не надо. Сюда досок есть. Так, сюда досок есть. А в инвентаре у меня еще доски есть. Нету. Так, бревна. На распиловку. Так, одно бревно сюда. Два на распиловку. Так, там какая-то хрень пришла, но мне пока не до тебя. Я строю фундамент. Так, 4 доски мне надо еще. Раз, два. Я не понял, 4 взял или нет? Так, раз, два, три, 4. Так, все, взял. Теперь бревна поехали. Сколько тут бревен есть? Все клади. Бревен надо тебе много. Бревен надо много. Так, один готов. Очень хорошо. Так, тогда бери телегу и езжай за бревнами. Беру, езжаю к ближайшему лесочку. Лесочек вот он. Решил построить я большой дом. Надеюсь, не пожалею. Надеюсь, что ты не пожалеешь. Главное, чтобы у тебя времени хватило его построить. Чтобы кирдык не наступил зимний. То будешь тут охреневать. Так, что это за саженец вырос? Что за саженец? Кукурузы. Странно. То ее до этого не было, а как я ее посадил, так она у меня стала расти. Типа опыляется или как это понимать? Как это понимать? Так, а что по кукурузе? Что я из нее получаю? Початок можно съесть. Жажду, правда, увеличивает. Но зато с витаминами все нормально. Может, конечно, надо было приготовить, но ладно. Мы для начала пожрем и сырой ее. Температура, как мы видим, пока 9 градусов. Правда, непонятно, в какой одежде мой персонаж. И вообще, есть ли на нем одежда? Да, это не ясно. Камень на переплавку. Камень на переплавку. Поехали. А тут еще не до конца достроен забор. Блин, правой кнопкой все никак не привыкну, что надо брать правой кнопкой. Не привыкну я никак, что надо брать правой кнопкой. Так, еще одно бревно. Так, фундамент есть. Зашибись. Так, начинаем делать стены. Стены. Деревянная стена, деревянный дверной проем. Внутренняя стена. А, это перегородки делать, да? Понимаю. Так. Раз стена. Два стена. Так, а что там насчет стен с окнами? Там есть стены с окнами? Ага, вот, деревянная рама. Блин, ну для нее нужны это. Стекло, а я умею стекло добывать? Не знаю. Так, хватит пока мне этих стекол. Так, отмена. Теперь давай опять поставим обычную деревянную стену. Так, опять обычную поставим деревянную стену. Здесь поставим деревянную. Ну, а здесь будем делать вход себе, да? Ну, наверное, да, вот так вот. Так, все. Сколько ж на все это надо барахла? Много на все это надо, дядь Саш, барахла. Очень-очень много. Очень-очень много. Торопись-ка. Торопись-ка, пока зима не пришла. Так, ладно, еще немножко поснимаем. Увлекся. Давай хотя бы стены поставим. Потом будем с крышами разбираться. Успеть надо до зимы. Успеть надо до зимы. Это что такое? Это волк. Волк, ну вот кто тебя звал, а?
Вот прибежал, напал на меня, покусал, здоровье отобрал. Так, что там у меня по здоровью? Ну, давай я сохранюсь. Коль я волка уконтропупил, то давай мы сохранимся. На уконтропупленном волке. Это как-никак мясо в мою копилку. О, там кабан еще гуляет. Ну, кабан вроде на меня сам не нападает, если я не начну его лупить. Так, а что же у нас зимой снег пойдет? А что ж потом и весна будет, да? Интересно, да, прикиньте, в этой игре время года присутствует, а? Вот это очень интересно. Это очень интересно. Все. Поехали. Поехали. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Пили-пила. Че, одну взял? Че одну-то взял? Тебе же надо много. Опять лиса какая-то, кабан. Так, теперь сюда надо доски. Сюда нужно бревна. Ну, а че бревно-то не добавляется? Я что-то не понял. Че, баг какой-то? Какой-то баг у меня, бревно не добавляется. Ничего я не понял. О, зашибись. Это что, какое-то невидимое бревно? У меня баг с бревном случился. Поздравьте меня. О, зашибись. Зашибись. Так, ладно, попробуем сохранить. И выйти из игры. У меня баг с бревном случился. Оно у меня над головой повисло. Я надеюсь, когда я зайду, не будет так же. Да, надейся, что не будет это бревно висеть в воздухе. Сейчас посмотрим, очень интересно. Так, а что у меня опять какое-то головокружение? От чего оно? Так. А что погода такая ясная? Ха, дождь кончился почему-то. Ну ладно, это не мои проблемы, белков не хватает. Это не мои проблемы, почему погода такая ясная. Проблемы не мои. Что погода стала ясной неожиданно. Так, шкуры. Я ж там волка контрапопил. Шкуры по сколько могут стакаться? Кости вон уже 26 штук стакнулись. Так, тогда давай мы еще раз сохранимся на всякий случай. Так, значит у меня баг произошел. У меня перестали браться бревна. Точнее, они перестали класться. Мне вот сюда надо было положить бревно. А, нет, здесь есть. Вот, нормально. Так, и сюда надо положить. Так, теперь вот эти доски взять. И вот эти доски... Ах, у меня полная. Так, сюда я бревна клал. Сюда ничего не клал. Сюда доски. Так. 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 Так, бревно. Вечер приближается. Вот такими успехами сейчас уже зима какая-нибудь наступит. Так, доски сюда подобавил. Теперь сюда доски. А, досок у меня нет. А что у меня там в инвентаре? Нету досок? Нет, нету. Закрыто? А, закрыто. Как закрыто? Да, нет у меня там досок в инвентаре. Так, все, сейчас инвентарь у меня забит досками. Так, сюда доска не нужна. Сюда доска нужна. 4 штуки. Да бляханский, муханский. Что же вы мне мешаете-то постройками заниматься? С какой там... Ага. В дом мой стукнул. В дом постучалась беда. Мужичок. Чё ты в дом мне постучал? Я тебя не звал. Железный слиток. Железный слиток. Железный камень. Железный камень. Так, железных слитков у меня уже много. Опять дождь начался. Так, сохраним свои прогрессы. Прогрессоров. Так. Доска нужна. Сюда надо. Сюда доска нужна. Так, сюда доска нужна. Все, поехали рубить. Рубить поехали. Телега. О, смотри, дерево. Оно, по-моему, выросло. После сохранения, что ли? Его же не было. Дерево, тебя ж не было. Не было ж тебя, дерево.
Тебя же не было. Тачка. Поехали, тут у нас деревья вот рядом есть. Чё далеко ездить, если деревья рядом стоят? Руби поблизости. Слушай, а железных слитков мне куда столько, вот я их плавлю? Ну, может пригодятся в будущем. Ты плавь, вы плавьте, Александр, плавьте. А там посмотрите, куда их, зачем их. И домик стройте. Ух, мне сейчас глины надо будет много, но это же будет, скорее всего, в следующей серии. Глина будет в следующей серии. Если я, конечно, не замерзну. Что-то я про время года-то вообще не обратил внимания. Я думал, здесь всегда лето будет. А там же написано октябрь. Я вообще не глядел, что там написано. Очень плохо, что не глядел. Очень плохо, что ты не глядел. Надо было глядеть. Все. Вот тут вечно вы не глядите, а потом у вас проблемы начинаются. Так, опять что-то там голова кружится у персонажа. Что ж там опять такое с тобой происходит-то, персонаж, а? Что такое? Жажда. Ах, у тебя жажда. А есть у меня вода? Нету воды. Так, а там есть вода? Есть вода. Да блин, вода вот она. Так, что, от работы пить захотел? Ну, понимаю, понимаю. Сушничок начался. Не то, правой кнопкой. Начался сушничок. Сюда сколько бревен? Все. Так, сюда. Доска не нужна. Сюда. Доска нужна. Сюда. Доска не нужна. Сюда доска нужна. Так, доска. Вот тебе и доска. Кладись, кладись. Бревна берись. Так, сюда бревно. Раз, два, три. Очень хорошо. Так, ну и все, это последнее бревно. Можно его положить на распиловку, взять телегу. Телегу, говорю, взять. Я говорю, Что, телега не берется теперь? Я понял, что-то с телегой не то. Ватсон, телега поломалась. Надеюсь, телегу рубить не буду. Не хотелось бы рубить свою любимую телегу. Любить свою любимую телегу. Не, телегу рубить. Телегу любить, это, дядь Саш, не надо. Ну, в смысле, в переносном-то плане, конечно, любить ее можно. А так больше не надо. Особо любить телегу не надо. Слушай, там вампиры скоро к тебе придут. Да, придут. Точно. Но 5 дней вроде еще не прошло. Вроде 5 дней не прошло еще. Просто надо лук сделать. Просто надо сделать лук и стрелы. Так, любить телегу. Любить по-русски, это любить телегу. Я помню, давно учили меня отец мой и мать телегу любить, деревья рубить, кровать не ломать. Так, это мне никуда не лезет. Ну, давай отнесем на руках. Давайте я тебя аккуратно к сеновалу отнесу. Бревно. И пошли мы телегу свою заберем. Так, что тут у меня? Железный фрагмент. Тут у нас что? Железный фрагмент. Так, дринк. Так, моя телега. Ах, телега, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем. Зачем вам с телегой болтать, не знаю. Ну, просто поболтать с телегой. В телеге поболтать о телеге. Так, кокосы, кукурузы, бревно, доска, все фигня. Тебя сюда, доску мне сюда. Полные штаны досок мне, пожалуйста, будьте любезны. Так, доска, бревно. Так, еще одно бревно надо. Так, бревно надо. Бревно всем надо. Ты смотри, у меня бревно на доске как уходит быстро. Хлобысь. Там какой-то козел заблеял. Так, сюда что? Есть контакт. Сюда что? Ничего здесь, ни досок, ни бревен. 3 бревна надо. А у меня бревна кончились, да? За бревнами поехали.
Надеюсь, я не ошибся с моделью дома. А то сейчас вы смотрите и кричите: «Дядь Саш!» В телевизор кричите: «Не то строишь!» Хрен его знает, то не то. В общем, строим, что строится. Что строится, то и строим. Ну, благо, хоть деревья достаточно быстро рубятся. Температура 7,3 градуса, да? 7,3 градуса Цельсия. Ноябрь, осень. Какое число ноября-то? День 15. А, это день 15 я выжил. Я навыживал 15 дней. В общей сложности я выживаю 15 дней. Причем за эти 15 дней у меня уже наступила осень. А что ж было, когда я начинал выживать? Вообще не обратил внимания, что там написано. Какая была время года, когда я начал выживать? Так. Какая была время года, когда я начал выживать? Все это бревно нафиг. Поехали. Пили? Пили? Пилип Пилипыч. Не понял. Эх, Пилип Пилипыч. Текс. Забираем бревнышки вот так. Кладем сюда. Так, это бревнышко сюда. Это бревнышко. Ежу. Это бревнышко. Не то. Эй, телегу отдай. Отдай телегу. На правую кнопку. На правую кнопку. Пальцами, пальцами их ловите. Так, сюда осталось 3 бревна и 4 доски. Раз бревно. Два бревно. А досок-то у меня, наверное, хватит. Раз, два, три, четыре. Как раз 4 доски есть, да? Да, ну ладно, поехали бревен рубанем. Так, на всякий случай сохранить прогресс. Прогресс стройки надо сохранять жестко. Потому что если что-то пойдет не так... то ну ее нафиг, такую не так. Я тут камень видел на переплавку. Даровина в печку. Камень на переплавку. Так, вот тут еще бревно брошенное. А что это вы тут брошенные? Ну-ка, полезай в телегу. Ну, в общем, стены-то я себе забабахал. 6,4. Ты смотри, температура, да? Температура стремительно падает. Там как бы декабрь не начался уже. Как бы декабрь, дядь Саш, не начался, пока ты тут тупил. Камушек некуда кидать. Понимаю, ладно. А я слитки, наверное, не выложил, да? Наверное, слитки не выложил. Там, наверное, опять еще одно хранилище надо делать. Потому что уже некуда слитки сейчас будет складывать. Надо будет потом все пересортировать, сделать несколько ящиков для слитков. Надо поглядеть, там уж какие-то более крупные есть ящики. Чтобы туда можно было много всего сложить. Побольше, побольше. Так, все, поехали. Так, сейчас гляну, что там по слиткам. Нет, а, у меня доски. Это доски. Это досок у меня полный карман. Так, надо запомнить, что вот в этом вот в этом ящике лежит много досок. Надо как-то это запомнить. Я, кажется, досок нахапал. А сюда доски не нужны, да? Нет, сюда только бревна. Так, ну что, давай. Бревен на распиловку. Что, одно бревно, что ли, взял? Я мне показал, что я два взял. Так, и теперь по крыше. Ну, просто создать хотя бы прототип крыши. Окна, окна. А что насчет окон? Их чем-то закрывать надо будет, да? Окна, объекты, справочник, объекты, другие. Но тут стекол нету, да? Верстаки, постройки. А, деревянное окно. Нужно дрова, стекло, 5 штук и палка. А, я понял, стекло нужно. Стекло, стекло, стекло. А как делается стекло, стекло, стекло? Так, ресурсы. Стекло. Расплавите в горне 10 единиц песка, чтобы получить стекло. А где же песок брать? Информация об изготовлении. Камушек. А, камушки на верстаке превращаются в песок. Ну-ка, дайте-ка проверим. Дайте-ка проверим. Дайте-ка проверим. А, верстак, наверное, нужен улучшенный, да? Там написано было про простой. Так, погоди. Погоди.
Нет, только каменный клинок. А как же песок делать? Или два... Или там надо два камня? Справочник, ресурсы. Песок. А, два камня надо. Два камня превращаются в песок на верстаке. Так. Проверка. Бацан, проверка. А потом в горний песок топишь, и получается стекло. Да? Угу. Так, two камень. Так, не понял. Песок. Так, и сколько нужно песка для того, чтобы сделать стекло? А не туда. Информация. Стекло нужно 10 единиц. Ага, так, есть свободное местечко в горне? А если найду? Так, тут у нас что? Железный фрагмент. Так, сюда кладем песок. Так, кладем песок. Дров надо немножко в горны мои напихать, чтобы они работали. Так, чтобы горничники мои работали. Вот так. Так, значит, нужно себе делать стекло. Стекло нужно себе делать, дядя Саша. В обязательном порядке стекло надо делать. Так, чё я тут остановился? А, крышу хотел себе зафигарить. Эскиз. И на этом свалить. Так, угол крыши. Деревянный угол крыши. Доска, бревно, глина. Так, может, с улицы его ставить, чтобы было понятно? Нет. Так. Нет, дядя Саша, он должен быть вовнутрь помещен. Чё он не разворачивается? А, вот так его ставить, да? Так, этот вот так ставим. Ну-ка посмотрим, что получилось в итоге. Так, в итоге получилось все правильно, да? Да. А с той стороны это как смотрится? Куда эта крыша смотрит? А, да вроде нормально смотрит. То, что и надо. То, что вроде и надо. Мне таких надо 4 штуки по разным просто сторонам поставить. Так, деревянный угол крыши. Вот он, да? Угу. И еще один вот сюда. Он вроде вот нормально ставится. Все. Теперь надо добыть дофига глины. И крыша будет готова, да? Да. Очень хорошо. Сохранить. Ну и на этом, пожалуй, друзья мои, на сегодня хватит. Так, погоди, быть там вон это. Чайка ходит. Чайка жирная летает, просто жуть. Угу. Не все. Еще чайка в карму нам. Вот, теперь точно все на сегодня. Какая-то крыша, нормально она будет? Какая-то она как-то провисает. Протекать-то не будет. Угол-то правильно стоит? Я хрен пойму, угол-то правильно стоит. Потому что не такую надо было крышу. Да вроде тут, смотри, с водами она сходится. Да, вроде все правильно. Так, все, сохранить. Большое спасибо за внимание. Температура стремительно падает. Что там у нас? Ноябрь. Ну, надеюсь, я дом себе успею построить и не издохну от холода. Так, а что же мы в доме можем ставить? Мы можем какие-то печки ставить. Так, справочник, объекты, другие. Это так, или это что так? Угольная печь, железный слиток 10 штук. Ага, вот куда мне слитки нужны, чтобы сделать угольную печь. Ага, только и углем надо топить, наверное, да? А это экстрактор минералов, железный слиток, доска. Ну, я не знаю, наверное, мне угольную печь надо сделать, мешалка. Наверное, мне нужна... Ага, все на сегодня. Хотя, погоди. Ну вот теперь точно все. Много он у меня здоровья забрал, этот гад. Да, оставил мне немного. Ну ладно, пойдем тогда спать. Орда нападает. Не, все тогда. Тогда хватит мне. С ордой буду бороться в следующей серии. Это надолго. Большое спасибо за внимание. Увидимся в следующей серии. Будьте здоровы. Желаю удачной вам игры. До скорых встреч.